Какое главное отличие с точки зрения качеств характера между армянами и азербайджанцами? Вот ты сама из Азербайджана, тебе это лучше всех должно быть. Ну, мне кажется, что азербайджанцы, они, во-первых, более такие ветреные и, наверное, даже ленивые. То есть они любят чай попить, изюмчика съесть, там, кураги, там, я не знаю, плов. То есть это вот как бы в нашей традиции. Они, это вообще на самом деле очень добрый народ, очень добрый. Я и такой иногда даже инфантильный. Армяне совершенно другие в этом смысле. Их меньше гораздо. Они умеют выживать. Это древний народ. И, естественно, в них очень много стали.